Конечно, большая война возможна. Я бы хотел 4 уровня конфликта этого сегодня рассмотреть. Первое – это сам Израиль. Вот понятно, что никто не ожидал. Здесь и фактор успокоения, и фактор того, что начал играться в гендерную политику Израиль, начал девочек выставлять вдоль границы. Третье, конечно, конфликт внутренний. На самом Нетаньяху 3 уголовных дела. Понятно, что для того, чтобы выскочить из-под уголовных дел, он готов в том числе ослаблять офицерский корпус. То есть, вы послушайте, что говорят ветераны, израильской армии. Они, у них такое ощущение, что их предали, потому что были отключены камеры, все эти автоматические пулеметы. Ничего не сработало, хотя реагировали на пролетающих птиц. Ничего не сработало. Объяснить это только кибератаками со стороны Хамас невозможно. Потому что прорывы стен были просто достаточно масштабные. Теперь то, что касается Хамас. Скоординированность действий Хамас потрясает. Они вошли 20 группами, выполнили все задачи. Они знали, где находятся высокопоставленные офицеры, знали их адреса. Они кого надо арестовали, вывели их в сектор Газа. Я уверен, что они уже даже не в Газе. Я думаю, что их уже переправили дальше, для того, чтобы выкачать из них всю информацию. Именно эта скоординированность, естественно, подтверждает, что глазами, ушами Хамас являлась иранская разведка. Невозможно, сидя за колючей проволокой, просто все это просчитать посекундно. То, что касается дикарей, которые выбежали, естественно, мы их должны осудить. Это были просто, знаете, как вот Муаммара Каддафи, кто казнил фактически, кто его там насиловал железной трубой. Это озверевшие люди, которые уже сколько лет сидят за колючей проволокой в резервации. Что касается бойцов Хамас, они выполнили все блестяще. Так если это иранская разведка, вот следующий шаг мы какой-то от Ирана должны ожидать? Да, теперь то, что касается Ирана, дорогие друзья. На что может пойти Иран? Мы Иран страшно недооцениваем. Это древнейшая цивилизация с отточенным искусством тайной дипломатии, шпионажа, разведки. Они пережили уже несколько имперских взлетов и падений. И то, что сегодня делает Иран на Ближнем Востоке, они 4 арабские столицы уже контролируют. Да. Это Багдад, Багдад в Ираке, Дамаск в Сирии, Йеменская Сана и Бейрут в Ливане. Арабский мир из 22 стран просто лежит перед Ираном, не зная, как дети. Они не могут ничего сделать с расширением влияния Ирана, военным, политическим, дипломатическим и так далее. Иран сегодня фактически на втором же фронте вывел Хамас на новый уровень мобилизации. Георг Валерьевич, подождите, пожалуйста. И вот это вот то, что у Израиля заканчиваются ракеты для железного купола, а у Хамас ничего не заканчивается, понимаете, все эти самодельные касамы плюс то, что поставляет им Иран по подземным туннелям, они еще долгое время готовы вести эти обстрелы. Если в дело включится Хезболла, у них уже не касамы, это не трубы, начиненные порохом, не канализационные трубы, у них уже совершенно другие ракеты. Наводящиеся, которые на каждую цель в Израиле уже заранее нацелены. Израиль перед Хезболлой лежит просто как на ладони. И Хезболла вмешает, а Хезболла, опять-таки, это не просто организация, у них боевой опыт в Сирии. Вытащили Асада, фактически выступив против ИГИЛ. Хезболла вытащила эту войну для Асада. Запрещенное в России террористическое движение. Так, и Хамас воевал против вас. И если Хезболла вмешается, Израилю не сдобровать. И третий, наконец, финальный фактор – это арабский мир. Если количество жертв достигнет критической точки в секторе Газа, улица прорвет просто. Это уже будет второй Тахрир, понимаете, будет снесен режим Сиси. Будет снижен режим. Критическая отметка какая? Сколько это? Критическая отметка у арабов она достаточно большая, по официальным версиям, но если палестинцев-то погибло если меньше. Это критическое ощущение на арабской улице будет достигнуто, полетят все режимы вокруг Израиля, и эту толпу, которая ринется в сторону Израиля, будет не сдержать.